Стой! И не оглядываться по сторонам. Это и есть партизанский штаб? Задержанные. Разговоры отставить. Мне срочно нужен командир отряда. В свой час. Я же говорю срочно. Как я есть караульная, а вы, гражданка, задержанная, никакие разговоры между нами невозможны. Сесть-то хоть можно? С утра иду. Садись. Вон там, подальше. И чтоб тихо. Может, хватит придуриваться, Машка, а? Задержанная, вы эти штучки бросьте. Ты мне только скажи, где командир? Не твое дело. На задании командир. Когда вернется? Сказано тебе в свой час. И молчи. Эй! Эй! Ты чего там делаешь? Рюкзак хочу развязать. Ну-ну-ну! Ну-ка, руки от мешка! Сидеть спокойно, не то на мушке буду держать, ясно? Есть я хочу, тебе понятно? Я вам, гражданка, задержана не тебе. Что в мешке? Хлеб. А вот воды нету. Дала бы, а? Хлеб. Дай-ка сама развяжу, посмотрю. Хлеб. А тряпки? Что за тряпки? И бумаги какие-то. Всякая ерунда для вида, если постановили. Ладно. Командир вернется, разберет. Ешь. Сейчас воды дам. Ты только тут ни-ни, слышь? Чтоб не звука, а то... Ничего не понимаю. Че ты себя строишь-то, Машка? Дурочку разыгрываешь какую-то, какую-то роль? Самодеятельность вспомнила? Какую такую роль? Я сама по себе. И точка. Так и будешь притворяться всю дорогу? А это дело тебя не касаемо. Сиди. И чтоб ни-ни. Я при оружии. Винтовка дело верное. Стрелять-то хоть научилась? Помнишь, в школе на военном деле, когда стреляла, зажмуривалась? Отвернешься, зажмуришься, пальнешь и мимо. Педагог по военному делу ругался, помнишь? Седова, вы в жмурки играете или в тире? Ой, не говори. Боялась страсть. За 3 года всему научилась. Ну-ка. Ну-ка, зубы мне не заговаривайте, задержанная. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Еще бы. 10 лет на одной парте сидели, 5 лет на одной танцплощадке польку бабочкой вечерами отщелкивали. Ой, было. Все было, Светка. И школа, и танцплощадка, и полька бабочка, и городок наш зеленый. Воды-то дашь? Подавлюсь тебе отвечать перед командиром. Диверсанта не уберегла. Ладно, ладно. Сейчас время такое. Вчера подружка, дорогая, Светка Белоконь, нынче диверсант, на фашиста работает. Разбираешься. А то. Одета ты. Красиво ты одета, подружка. Фасонисто одета. С каких доходов? Заработала. Заработала. Слухи ходят, появились в нашем городе вот такие финтифлюшки. Финтифлюшкам легче мимо постов пройти, Машенька. Их фашисты не останавливают. Не знала? Говорят, чулочки шелковые берут от фашистов за каждую проданную душу. Фашистки шоколад жрут. Не из тех ли ты, подружка дорогая? Если бы не важное задание. Да если бы я не так зверски устала, ухмашкой, врезала я бы тебе сейчас по-нашему, по-школьному. Дура. Размахалась. Врезала. Сиди. Сейчас воду принесу. Ты только не вздумай драпать. Я при оружии. Я мигом. Точно здесь. Все как по карте. Не верится, что добралась. А ну отдай! Вот оно что. Вот оно что, карта, оказывается, а? Неспроста сердце у меня тюкало. Отдай, говорю, ну! Да бери, что ты разоралась, кричит на весь лес. Караульная.
Глотка у тебя, Мария, как была медной, так и... Моя глотка до тебя не касается. Так, конечное дело, наши координаты, все в точности указано. Ну ты скажи, а? А это что за крючки? Ну эх ты, стратег, крючки. Это обозначены сосны. Вон те три сосны, где к вашему штабу поворачивать. Три сосны. Высчитали. Больно умные. И опять же тебя не касается, сколько этих сосен. Три или... Машенька, трудно? Есть кому потруднее. Хочешь хлебца? Не жирно ведь живете-то, а? Ну, ладно. Дай кусочек. С утра не росинки. Начала ты есть, а у меня в животе бомбежка. Значит, отряд ушел с утра. С вчерашнего вечера. Почти сутки. И ты одна? Не впервой. Недели две назад фрицы лес прочесывали. Не, никого не нашли. Вот мне осколком угодило. В юго-западное полушарие. Не сидеть, не ходить быстро. Вот и осталось. Сторожу. Страшно? Привыкла. А ты чего это... Ты чего это все мне расспрашиваешь, гражданка задержанная? Да брось ты! Понимаешь ведь, что своя. Мало чего я понимаю. А нельзя. Ну, по сути, сама. Где я тебя задержала? В лесу возле нашего штаба. Штаб засекреченный? Засекреченный. Найти его трудно? Трудно. Фрицы искали, не нашли, а ты? Потому и нашла, что своя. Данные были. У фашистов тоже не дураки сидят. Мария, врежу! Ты не обижайся, Светка. Время такое. Жуткое время. И положение мое. А главное, пароль ты не знаешь. Ну, как я тебе поверю? Свои приходят, первым делом пароль, а ты? Так вы же переменили пароль-то. Переменили. Провокатора подозревали. А тот, кто должен был передать в город, в центр новый пароль не дошел. Взяли его, Маша. Он никого не выдал. Еще один. Лихой был парень. Вот я и пришла за новым паролем. Чудно. Через все посты. И не задержали? Финтифлюшек не задерживают. Да нет, останавливали, конечно, расспрашивали. Ну, в соседнюю деревню на продукты менять. В мешке-то платок, юбка, джемпер, белье. Богато живешь. Собрали с миру по нитке. Светик, страшно? А то. Поджилки дрожат. А куда деться? Ой, вообще-то, вроде тебя привыкла. Вы бы хоть по рации новый пароль передали. Да, сломалась рация. Беда без нее. В центре так и подумали, сломалась. Слушай, что это я с тобой разболталась? А ну смирно! Тихо! Я при оружии. Да перестань ты размахивать винтовкой, Машка. Скаженная, честное слово, скаженная ты, Машка. Еще выстрелишь на грех. И давай это... Молчи. Поняла? Гражданка задержанная. И никакой вам тут Машки нет. Караульная я. И про рацию это я... Как его? Для маскировки. Конспирации. Ясно? Ясно, гражданка караульная. Только плохо вас тут в отряде обучают, как я погляжу. Это почему? Ну вот, например, ты у меня хлеб взяла. Ну и что? А то, что по уставу от задержанных ничего брать не полагается. Может, в этом хлебе снотворное? Чего еще? Вот ты съела и сейчас заснешь. А я тем временем весь ваш штаб перерою, да еще приведу сюда фашистский отряд.
будет брехать-то? Или того хуже, я тебе яд подсыпала? Еще в школе язва девка была. Не стыдно нервы-то трепать? И так тошно. Машка ты, Машка моя. Отстань. Обнимаешь, а сама может... Подружка ты моя. В тулупе, валенке, платок. Наговорила. Аж трясет. Не стыдно? Ну, прости, прости. Ну, так нашло что-то, вспомнилось. Юморные мы с тобой были обе. Заводилы, помнишь? Разыгрывали мальчишек. Чаще всего Виктора. Где он? Виктор-то твой. Пишет? Без вести. Это ничего. Жив, значит. А остальные? Наши-то? Кто где? Встречаешь? Иногда. Вот тебя встретил. Пусти-ка. Пусти, говорю. При исполнении я и при оружии. Безобразно ты с этим оружием обращаешься, как с метлой. Неосторожно. Да один черт не заряжена. Зачем же она тебе? Для видимости. Как положено. А что делать? Патронов мало. Ушли на задание, забрали все, что есть. Ты бы вместо юбок патрончиков бы нам, а? В чемодане-то что у тебя? Ну-ка. Руки прочь. Взорвешься, идиотка. Да ты что? Ну-ка, открой. Гражданка караульная. Вам не положено осматривать вещи задержанного. Вот скажу командиру. Связалась я с тобой. И откуда только тебя принесло? Набрехала про взрыв-то? Испугалась? То-то же. А еще боец. Ну и глупо. И вообще. Прямо испугалась. От такого пугаться каждый час помирать. Не ко времени шутки, не к месту. Машенька, весна скоро. Да, 44-й начался. Март. Здорово фашистов гонят. А конца все нет. Будет конец, Маша. Скоро будет конец. Светик, что скажу? Что? Только не смейся. Не буду. Жить хочется. Жить. Любить. Мечты замучили, Светка. Понимаешь? Весной пахнет. Лес, небо. Вот ты скажи, от чего так, а? Война, стреляют, каждый миг перед тобой глаза смерти. А чем страшнее, чем голоднее, тем чаще о хорошем думается. Стихи вспоминаются, музыка, театр. Помнишь? Помнишь, сколько раз смотрели «Гамлет»? А гастроли МХАТа, помнишь? И вот приляжешь после трудной операции, после боя там, разведки, глаза закроешь, мечты летят откуда-то, будто ветром наносит. Окутают все, закружат, замутят голову. И уже вроде ни войны, ни смерти. Никогда ничего плохого в жизни не было, только прекрасное. Только прекрасное. Мечтаю. Мечтаю, будто я в своем самом нарядном платье. Война кончилась, все вернулись. Почти все. Ну и вот, голубое платье у меня есть, маркизетовое, ты знаешь. С воланами. На танцы ты его надевала. Ох, и шло оно мне. Ушить придется. И на танцплощадку, да, Светик? Польку-бабочку нашу. Или танго, или вальс. Ай, любила я танцевать. Ух, любила. Ужас, как любила. Тайрам, та-та-тарам, та-ра-та-та-та-та-та-та-парам, па-пам,
па-па-па-рам. Тари-та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 -ра-ри. Нету нашей танцплощадки, Маша. Разорили. Ничего нет. Без вести — это ничего. Значит, жив. Или в плену. Все равно жив. Главное, жив, Светик. Кстати, подружка, а кто у вас там в центре-то заправляет? Ну, кто тебя прислал? Не могу, Маша, не имею права. Ты пойми, только командиру отряда. Понимаю. А последние 2 года был этот, этот... Да знаешь ты его. Григорием зовут. Не знаю. Свет, закурить нету? Козе ножку свернуть сумеешь? Давно освоила. Не поверила бы я, что мы с тобой курить будем. Да еще махорку. Махорка благодать. Отсыпь моим девчонкам, а? Так, информация верная. В отряде одни женщины. Угу. Слабый пол. Умора. Налево. Равняйсь. Шагом марш. Ты знаешь, я их учила. Ругается. Такой озорной народ, Светка, это что-то. А мы, говорят, и без твоего шагом марша фашистов побьем. Ну вот. Опять я разговорилась. Ну что ты будешь делать? Молчи. Молчу. И не трави меня всякими воспоминаниями. Да молчу я, молчу. А петь не воспрещается? Ну, если совсем тихо. Ну, если тихо. Ночь светла над рекой. Тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих не поется. Стой! Светка, прекрати! В чем дело? Я тихо. Ты почему этот романс запела? Нравится? Милый друг, нежный друг. Стой, говорю. Кому нравится? Многим нравится. Хороший романс. Ты... Я как прежде ты... любя... Ты это случайно? В эту ночь... А? Машенька, деточка, сколько тебе говорили, учи диалектику, а ты ленилась. Не ленилась бы, знала, случайности не бывает, все закономерно. Хватит. В эту ночь... Хватит, говорю. Говори. А что говорить-то? Разве одно? Тому, кто меня послал, этот романс очень по душе. Он сам его поет, заслушаешься. И вообще часто поет, уж не знаю почему. Ну, не тряси ты меня, Машка, иначе ничего я тебе не скажу. Уйди, здоровенная какая. Ты что, думаешь, я у тебя на допросе? Говори, ну говори же, Господи, говори. И еще, по-моему, тот, кто меня послал, очень любит командира вашего женского отряда. Так мне показалось. Гриша. Гришенька, Гриша. Он мне и говорит, пароля ты не знаешь. Но если доберешься до отряда, отведут тебя к командиру, спой этот романс. У нас, говорит, уговор с ней был, поймет, что от меня. А если ты будешь реветь, Машка, я ничего больше не скажу. Как он? Здоров. Не, ну хромает после 42-го, сама знаешь. Не подозревают его в городе-то, фашисты. 2 раза менял подпольную квартиру, обошлось. Гриша... 2 года. А ты хитрая, Машка. Я и не знала, что у вас с ним. А что у вас с ним было, Маша?
Да все. Перед самой войной началось. Скрывали от всех. Стеснялась я. Летом свадьбу хотели. Его после ранения оставили руководить подпольем. Я влез с девчонками да с бабами, чтоб в Германии не угнали. Всех ведь угоняли, ты же помнишь. Так вот и отряд собрали. Помнит. Сама видишь. Постой. А как ты догадалась, что я... Командир отряда? Ну? Так ведь только командир может остаться один в штабе с незаряженной винтовкой. У меня граната. На случай... Я так и думала. Ну, теперь поверила? Гриша. Помнит. С чем пришла? Рацию принесла, вот в чемодане. Сумасшедшая. Да ведь тебя могли... Могли, но пронесло. Ее собрать надо. Взорвешься? Идиотка. Зачем пугала-то? Ну, ты-то ведь тоже не сразу мне поверила. Такое время, Маш, страшное время. Осторожности нас учить да учить. По доверчивости многие попадаются. Ах, Машка, подружка. Караульный ты мой дорогой. Радиста у нас нет, вот беда. Мне приказано у вас остаться. Радисткой, связной. О, еще одна шалая девка. Везет мне. Оружия для тебя нет. Свое имеется, не нуждаемся. Вот он, револьвер-то. А? Где прятала? Обыскивать надо уметь, командир. Тьфу ты. Не женское это дело, война, Светка. Война вообще не человеческое дело. Когда-нибудь люди это поймут. Все люди на земле. Твой Гриша так говорит. Гриша. Ну, скоро наши вернутся. Базар начнется, не посидишь. Давай-ка пока тихо еще раз споем, а, Светик? Гришин романс, а? Он мне пел его в ту ночь, когда мы... Ну, споем, Светик, а? Только сначала скажи, что это ты за роль передо мной играла? Диву даюсь, Машка и не Машка. Студентка второго курса мединститута, а изображал черти что. Конспирация, подружка. Самодеятельность школьная помогла. Давай петь. Нет. Стой. Ответь. Война кончится? Непременно. Скоро? Меньше осталось, чем было. Твой Гриша так говорит. Будет у нас счастье, а, Светик? Непременно. Непременно будет у нас счастье, Маша. Только это счастье будет счастливее, чем счастье до войны. Потому что оно нам труднее достанется. Понимаешь? Труднее, потому счастливее. Да. А теперь давай петь. Давай петь, подружка, давай так петь, как будто уже нет войны. И пришло оно. Это наше самое счастливое, трудное счастье. Войны нет. И не будет. Только память о ней, которая будет жить столько лет, сколько будет стоять земля. Ночь светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих
не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, помни ты обо мне. Под луной расцвели голубые цветы. Этот цвет голубой, это в сердце мечты. К тебе грёза лечу, твое имя твержу. При луне в тишине я с цветами грущу. Ночь светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебром голубая.